Всем привет, на связи Экосплей. У нас продолжается первый сталкер. Сейчас заодно посмотрим, какой у нас сегодня праздник. Я что-то забыл сразу подключить. Проверить. Какой сегодня праздник. Ну, посмотрим прямо сейчас при вас. Итак, какая-то херня. А, не, нормально, сегодня день хоббита, поздравляю. Отличный повод, чтобы отметить. Чё это мужика попердолило? А, нет, это мужика кушают, я понял. Так, на сегодня задача. Все барахло, которое у меня есть, сплавить торговцу. Я, правда, не знаю, как к нему пройти. Но как-нибудь пройдем. Так. Там этот грёбаный тоннель. Пошел нахер! Я говорю, пошел нахер. Оружие, блядь, заклинило. Ага, спасибо. Подожди. Ёбана. Етиш, пассатиш, чё за херня? Интересно, а где я сохранялся последний раз? А, ну нормально. Так меня это ни хрена не устраивает на самом-то деле. Может, что-то выпить? Допустим, вот эту фигню. А, я теперь понял, где стамина. Поставим, отдохнем. Может, что-нибудь пожрем? Типа вот батон. Тут, оказывается, еще и оружие может заклинить. Я к этому вообще не был готов. Мне, наверное, колбасой пахнет. Может, вот этими пацанами договориться. Оружие убрал. Ты вообще сейчас уйду. Сам-то, главное, с оружием стоишь. Так. И чё? И как? Перелезть? Не перелезть? Может, с пацанами договориться? Я без оружия, если что. Можно с тобой поговорить?
Давайте, пацаны, я пошел. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда, пох... Да все уже. Так, ну, в принципе, что, у меня было 3 косаря рублей. Интересно, сколько мне за оружие дадут? Я понял. Я все понял. Интересно, сколько мне удастся выручить за оружие? Мне вообще этих денег будет хватать, чтобы туда-сюда бегать? Мне так-то бы еще какого-нибудь торговца найти. Тебе вот на эту хер похую, да? Я понял. С той стороны торговца есть? Там опять какие-то перестрелки идут. Не, ну вообще, на ту сторону перебраться вот по тому тоннелю с электрофигней достаточно просто. А вот обратно нет. Обратно там не получается подгадать момент. Поэтому назад, наверное, придется платить по 500 рубасов каждый раз. При условии, конечно, того, что это будет выгодно. Но сейчас посмотрим. Если особого дохода это приносить не будет, то я просто даже не буду все это барахло подбирать. Буду патроны подбирать, еду, аптечки, все. Нахер иди. Это я. Хватается он за пистолет. Другой на раздолбанном таком неваке. Ну, крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал. Дверь никак закрыть не может. Ну, он ему, значит, и говорит. Мужик, ты чего уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный. Я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает. Да я вот тоже не закрывал. Так вчера, блин, бюреры залезли и все сидушки заблевали. Блин, так не смешно же. Ну, давайте травить анекдот. Че, я зря пришел? Лига не смешных шуток, я понял. Ой, блин. Хабар принес? Да. Так, какие ответы на какие вопросы? Так, это я понятно. Так, модифицированный автомат я трогать не буду. Вот эту фигню. Вот эту фигню. Вот эту фигню. Вот эту фигню. Неплохо. Хороший товар.
Да, вот это все тоже продам. Нафиг оно мне надо. Чем они отличаются? Неплохо. О! Хороший товар. Вот эту фигню всю продам. Не, вот эту я оставлю. Вот это тоже продам, вот это продам, вот это продам, вот это продам, вот это продам. Это что? А, это мой рюкзак, все. Это не трогаем. Неплохо. Хороший товар. Так, а вот это можно? Хлебушек возьму. Сколько? Да, в принципе, ладно. Неплохо. Хороший товар. А где мои вот это вот? Где моя фигня? Пидор. Неплохо. Хороший товар. В смысле, а вот это вот откуда? Бля. Пизду тебе. Неплохо. Молодец. Я доволен. Ну, проветришься, заходи. Так, что у нас там? Угу. Ладно. Так, что там по заданиям? А что, я не вернулся за наградой? А, он где-то там. В смысле, он где-то здесь? А чё? Да, блин. А где награда-то, слышь? Где? Хабар принёс. Лучше скажи мне, где награда? Хорошо. Вон другое дело. Так. Ладно, продолжаем. Ну, удачной охоты, сталкер. Угу. Спасибо, спасибо. Чё вы такие нервные? Прыжки отнимают стамину, я понял. Кушает песик. Мне он куда-то туда. Конечно, он меня ограбил, капец. Ммм, 45. Просто потрясающе. Пока трогать ничего не буду. Побежали.
Тихо. Зачем-то сохранение прошло. Непонятно зачем. Аномалия дикая, но симпатичная. Хорошо, хорошо. А чё я сделал? Чё вообще у меня тут? Толика. Водка на столе. Так. Хорошо. 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 Кто я? Где я? Ничего полезного. Хотя, может, я не туда посмотрел? В смысле, я сталкера завалил? Я сталкеров не трогал, алё. Или неужели те, которые были на свалке, это были на самом деле сталкеры? А подожди. Вот, блин. Хрен ли ты тут бегаешь, слышь? Псина. Водка. Патроны. Все, погнали дальше. Ну что тебе надо, журнал? По-любому есть спидранеры, которые сталкеры прошли, не знаю, минут за 20. Но я ж так не могу. Я ж так не умею. Отличный фоновый звук для моих шуточек. Да, в смысле? Я сейчас не шутил. Я реально не понимаю. Храни, боец, винтовку, как жизнь свою, чтобы меткость и сноровку иметь. В чем? Не понимаю последнее слово, что там написано. Да, давайте уже наконец-то перейдем на другую локацию и там повыполняем задание. Я надеюсь, не придется сейчас не придется опять возвращаться к этому Сидоровичу. Жалко, конечно, что тех мужиков прям всех повалили на свалке. Но свою эту миссию я вроде выполнил и даже награду за нее получил. А где я? А. Надо на свалке забрать.
награду. Ща. Ага, все понял. Нужен какой-нибудь защитный костюм, правда, не знаю, где его нарыть. Ну, да, понятно. Да, отстаньте от меня. Так. Надо вернуться на дорогу и посмотреть, что с той стороны. Так, ну-ка подожди. Ни хрена себе. Ёбана. Тихо. Куда побежал? Побежал. Пацаны, у меня патронов до хрена. Вам на всех хватит. Так, а можно что-нибудь такое посолиднее? Нет, у меня что-нибудь посолиднее, ничего нет. В смысле, вот же есть. Интересно, а чем он модифицирован? Джабленького, хрен тебе. Так, ну, как я уже говорил. Тихо, ты где? Хорош. А последний-то где? Еще водочка. Слышь, иди нахрен. А это интересно, что такое? Так, ну нет, ничего интересного. А, стоп. У него тут ничего интересного, вот у меня тут... Так, ага, ага. Продолжаем. Здесь я пройду? Пройду. Но мне по-любому вот к этому кресту.
Нет? Да нет, к нему. А это чё? Прикольно. Мне тоже такой противогаз нужен. Скорее всего. Так, не, подожди. А, ну, все нормально. Как я понимаю, тут на аномалию можно вообще на изи. Это что за херь? Там что за херь? Что это за фигня? Выручайте, беспредел творится. Бандиты охренели. Блин. Да есть кто-нибудь рядом. Нам тут чердик приходит. А чё? Что у вас там вообще происходит? Ну подожди, там он какая-то фигня интересная валяется. Как туда забраться? А, тут открыто. А где? Эй, кто-нибудь. Не дай ему слинять. Шухи! Дай ему прикурить, я пойду. Кончай, гадов! Все? Сейчас, подожди. На, получай! Патронов до хрена. Пошел нахер. Приложил, приложил его. Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Да подожди ты. Поболтать мы всегда успеем. Ты сейчас мне напишешь там целую поэму. А мне читай это все. Так. С патронами у меня проблем нет. Если бы это было метро 2033, я бы уже озолотился. 500 патронов, отлично. Сейчас еще скажут убрать оружие. Ну вот, убрал. А ты где? Давай, я ищу информацию о стрелке. Помогите! Хорошо, учитывая твою почти безвозмездную помощь, слушай, меня будет ждать один из ребят, бывший диггер, Каратом, клич, что он раскопал нычку стрелка. Не знаю, нашел он там что-либо или нет. Вот тебе координаты места встречи с ним. И скажи ему, что ты от меня... А так как меня теперь стерегут, то я пока уйду в подполье. Вот, кстати, денежку с благодарностью за помощь. О, ни хрена себе! Спасибо. Чего тебе? Помочь надо? Держи аптечку. А ты где? Видишь, помог чуваку. Все, я пошел. А куда я пошел? Ну, а мне, в принципе, теперь прямо идти, да? Это что? Встретиться с кротом. Информация. Документы. Нормально. Неплохо. С этим уже можно жить. А отсюда выйти теперь можно? А, можно, спасибо. Поезд. Бля.
А ты кто вообще? Бандит. Мне бы оптику, конечно, было бы неплохо. Быстрее. Что, я попал по нему? Тёмка. Тёмка, лосось. Ось, ось. Так, отстаньте от меня. А ты ж, блин. Так, давай последнее сохранение. И я возьму винтовочку. Это бесполезная фигня. Так. Так. Так, с этим можно уже работать. Бандиты. Так, Тёмку завалил. Чё у меня тут? О, аптечка. Ой, хорошо. Тихо. А ты где? А, вы вон они. Так, вот нафиг мне вот эта штука, я не знаю. Тихо. Жеп ебрила. Разрядите и выбросить. Просто выбросить. Бля! Аж рука зачесалась. А чё мне там пришло? Так, ну по задачам понятно, по журналам. Так, игра. Ну-ка. Игра. Бля. Игра вылетела. Так, ну-то я хотя бы там сохранился не так далеко. Ты не отвечаешь? Ну-ка. Да, вроде выполняется. Ладно, давай перезагружу. Мне не сложно. Я там, в принципе, в нормальном месте сохранился. О, да, как же она хороша. На самом деле нет. Хорошая игра, не вылетает. Передаю привет мафии Definitive Edition. Да давай, хорош уже, все поняли. Так, давай, последнее сохранение. Ну, то, что она быстро загрузилась, это, несомненно, плюс этой игры. А, тут Тёмка еще. Так, Тёмку завалил. Да вы не ссыте, идите сюда. Во-во-во, идет. Не буду я сейчас смотреть КПК, иди в жопу просто. А вот еще один. Бля. Пиздец. Мог бы и не это. Зачем я вообще вылез? Пусть бы они сами на меня вылазили.
Пацаны, с кем вы там воюете? Давай, обходи этот шелупонь. Так, бинты. Ага. А что ты хрюкаешь там? Вылази. Блин, сколько ж вас тут, Так, аптечку заюзать. Думаю, будет проще. Один же вроде где-то остался, да? Вот он, козел. Да возьми ты ее. Все никак не могу привыкнуть, что здесь... Использовать это F, а не E. Андрюха рваный. А где Тёма-то? Шо за херня? А, кабанчик. В жопу иди, кабанчик. Так, а мне вообще куда? На Агропром, я понял. Здесь это сделано так. Так, вот... Ни хрена себе, херня какая. Так, переходим в другую локацию. Эй, мужик, помоги мне! Чё надо? Они собираются перебить группу крота. Нам нужна помощь. Да вот он я, давай, погнали. Чёрт, это военный десант, там же наши! Бегу, 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 бегу. А как туда пройти? Ты крот? Где крот? Ты крот? Ты крот? Ни хрена себе. Так, я понял. Сейчас подожди. Убью.
На. Зашибись, молодец. Понятно. Они более меткие. Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу Крота. Нам нужна помощь. Погнали. Интересно, докину я до них? Вот так и загнешься. Неплохо жмыхнуло. Ни хрена себе. Ща, подожди. Тихо. Да ёбана. Ладно, давайте тогда в следующий раз займемся зачисткой этой штуки. Я чувствую, на это много времени уйдет. Так что давайте закончим на сегодня. Короче говоря... Да, понятно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до следующей серии.